Всем привет, друзьям и зрителям моего канала. Я 2 месяца ничего не делал, не готовил, не снимал мои видео. Сегодня я решил снять новое видео для вас и приготовить одно вкуснейшее блюдо из русской кухни, которое называется бестроганов. Немножко отступлю от классического рецепта и добавлю туда шампиньонов. Кому интересно, оставайтесь со мной, и вы увидите, что у меня получится. Итак, начнем. Итак, друзья, бестроганов. У меня вот такое вот мясо. Это телятина. Кстати, у нас, да и у всех мусульмане, начинается Рамадан. Может, я ошибаюсь. Может, он уже начался. Я купил в турецком магазине по скидке вот такую прекрасную телятину, видите? Ее я предварительно нарезал вот такими вот полосочками. Сейчас я... Для начала я включу мою сковородку. Добавлю топленого масла. Ну, приблизительно вот столько. И пусть оно тут у меня растапливается. Мясо я посолю. Соответственно, сразу же поперчу. И его как следует размешаю. Опс. Вот. Когда мое масло растопится, я мясо обжарю. И отправлю его в сковородку, мою кастрюлю. Итак, ждем, когда растопится масло мое топленое. Здесь у меня, вы видите, сметана, 4 вот таких огурчика соленых, вот столько лука я взял, одну вот такую вот головку. Ну, соответственно, соль, перец по вкусу. Я так предварительно поперчил, посолил. Ну и добавим... У меня нету свежего укропа, я забыл купить. Добавим сухого укропчика. Итак, как только растапливается масло, продолжаем дальше. Итак, друзья, масло мое уже нагрелось. Я не знаю, я не буду, наверное, кидать все мясо. Просто хочу, чтобы оно обжарилось как следует. Я его обжарю в 2 порции. Вот, обжариваем мясо у нас до такого. Со всех сторон до коричневого цвета, ну и до светло-коричневого цвета. И отправим в кастрюлю, предварительно просыпав немножко мукой. Итак, друзья, вот так обжаривается мое мясо. Сейчас я сюда добавлю немножко муки, просто вот так вот рассыплю. Немножечко добавим сюда еще топленого масла. Вот
Все. Первая порция мяса готова. Отправляем это мясо в кастрюлю и обжариваем вторую порцию. Так, друзья, вот так выглядит у меня мясо. Теперь в эту сковородку, в котором обжаривалось мясо, совсем чуть-чуть, вот столько, еще немножко топленого масла, вот столько, это я вам не показал. Отправляем сюда шампиньончики. И обжариваем наши шампиньоны тоже до полуготовности. И потом добавим лучок. Друзья, после того, как у вас предварительно ваши шампиньоны вот так вот уменьшились, вы видели, сколько у меня их было и сколько у меня их осталось. Здесь 400 грамм шампиньонов было в упаковке. Если я не говорил, или повторюсь, или скажу еще раз. Теперь сюда отправляем мою прекрасную луковицу порезанную. И вместе с шампиньонами. Еще раз. Как следует это все дело обжариваем. Итак, друзья, лук с шампиньонами уже практически готов. Запахи обалдеть. Отправляем тоже сюда все в нашу кастрюлю. Так. Здесь выключаем. Сковородочку в раковину. И как следует вот так вот вымешиваем наше мясо с луком и шампиньонами. Ах, горячо. Так, здесь у меня вот эти вот такие остренькие огурчики, 4 штучки. Теперь в заключение всего отправляем сюда мою сметану. Так, сейчас посмотрим, может быть, немножечко сюда в этот стаканчик от сметаны добавим водички. Попробуем на вкус. Оставим буквально, я не знаю, минут на 15. Пусть потомится в сметане. Да, что еще? Я сюда добавлю от моих огурцов вот эту жидкость. Она придаст вкус немножко другой. Я не буду много, вот. Раз, два. Вот так, 3 ложечки. Соль, перец мы еще раз попробуем. Все, как сказал, оставляем на 15-20 минут потомиться. Накрываем крышечкой. Ну а потом добавим немного укропа сухого и будем пробовать. Ну что, друзья, как принято на моем канале, я всегда пробую. Попробуем, что у меня получилось. Ребята, получилось очень вкусно. Салатик я сделал. На скорую руку. Помидорки, огурец. Красный лук и немного чеснока.
Хорошо бы помидорок с огорода. Но, увы. Ну, нельзя испортить это блюдо. Оно вкусно. Я помню, когда я учился в Смоленске, мы все время ходили в столовую медицинского института, и там делали бестроганов с пюре. Это было самое любимое наше блюдо на обед. Ну, разумеется, еще в ресторанах его подавали в Советском Союзе. Да и сейчас, наверное. Итак, друзья, всем, кто ест, приятного аппетита. Всем желаю добра, счастья и тепла. Самое главное – здоровья. Не болейте. Будьте здоровы. И, надеюсь, до скорых встреч. Всем пока.